Сполучені Штати Америки. Тут проживає мільйон етнічних українців. Для країни з населенням у 300 мільйонів – це зовсім небагато. Проте саме українську пісню вся Америка співає на Різдво. І кожен третій видатний американець має українське коріння. Одна з найбільших і найвпливовіших українських діаспор знаходиться у Чикаго. Саме у цьому 9-мільйонному мегаполісі мешкає наш перший герой Ігор Голубчик. Ігор – успішний бізнесмен і один з найбажаніших наречених Чикаго. Проте своє життя він бачить лише з українкою. Привіт, мене звати Ігор Голубчик, мені 36 років, зараз я живу в Чикаго. Семья у меня небольшая, все родом из Одессы. В 92-м году приняли решение эмигрировать сюда, в Америку. Здесь, в Чикаго, были дальние родственники. Мне было 14 лет. До эмиграции жили мы достаточно скромно в Одессе. Жили в коммуналке. У нас не было машины, у меня не было модных кроссовок. Разве что вот мне давали рубль, я шел в кино или на видик, да, как это тогда называлось. Папа работал на заводе «Нептун», мама занималась хозяйством. Когда вот мы только приехали сюда, в Чикаго, был февраль, было очень холодно, чикагская зима такая достаточно суровая. И я помню, что мы приехали на квартиру, толком ничего не знали, языка я не знал, родители тем более не знали. Первое время было действительно трудно, мне было только вот исполнилось 15 лет, и до 16 лет официально никто на работу не брал. Папа тоже не сразу работу нашел, мама тоже не сразу. Пытался все время устроиться на работу, в магазин, куда-нибудь. Но никто нигде не брал. И все-таки я устроился в ресторанчик работать, жарить картошечку, делать гамбургеры. Это для меня было круто. Чувствую ли я сейчас себя каким-то иммигрантом или что-то такое? Нет. Я здесь большую часть жизни живу. Все, что у меня есть, я добился сам, своими руками построил. Начал своє діло. Відкривав газети, журнали, інтернет-сайти. Почавши як кухарчук у фастфуді, Ігор швидко реалізував свою американську мрію. Зараз він один із найвпливовіших людей у Чикаго. Має власний медіабізнес. Каждый день в 5 вечера у меня начинаются прямые эфиры на вашем радио. Это немножко нестандартное иммигрантское радио. У нас своеобразный развлекательный формат. Добрый вечер, Чикаго. Это, конечно же, ваше радио. Меня зовут Игорь Голубчик. Мы с вами аж до 7 часов вечера здесь, на волне 12.40 AM WSBC Чикаго. Помимо работы на радио, помимо издательской работы, я также занимаюсь продюсированием российских, украинских звезд здесь, в Америке. Времени у меня очень мало, постоянно нужно общаться, постоянно какие-то переговоры. We have a lot of experience promoting events, selling tickets. Я был женат 7 лет, разошлись пути, хотя я какое-то время еще не мог в это поверить. Достаточно болезненно было и заняло достаточно много времени, чтобы это пережить. Ігорю боляче згадувати свій невдалий шлюб. Головна причина розриву – різниця у ментальності. Дружина таки не зрозуміла загадкової української душі. Двое замечательных детей. Саша 8 лет и Лиза 6 лет. 3-4 дня из недели они живут со мной. Я не слышал всю песню. It's actually funny. Я думал, что она грустная, потому что у нее такое название. А она, оказывается, веселая. Now I'm gonna play it again. Do it again, да. Who wants to sing? Я не знаю слов. Sing one, sing. Well, it has the words. Окей, давай, вперед. Я очень доволен. Я очень доволен, когда они со мной. И я очень рад, когда они со мной. Сейчас у них есть отдельная комната. Они себя здесь чувствуют как дома. Детей я своих, безусловно, страшно люблю. Не могу все время удержаться и постоянно их обнимаю, целую.
стану музыкантом, решил осел. Голос у меня громкий. Дети занимают очень важную роль, я очень много времени с ними провожу, и действительно это очень большая часть моей жизни. За свою долгую нелегкую жизнь я, может быть, повидал многое. Невзирая на то, что я чувствую себя американцем, я здесь вырос, и я провел здесь большую часть своей жизни, все-таки где-то глубоко внутри какая-то вот ностальгия всегда была. Безусловно, менталитет другой здесь у людей. Нет вот какой-то такой душевности, какой-то доброты. Мне почему-то кажется, что с девушкой с Украины я, может быть, найду какой-то общий язык, что-то такое промелькнет между нами, чего я не смогу найти в ком-то другом. Если я действительно влюблюсь, я смогу впустить ее в свой мир, к своим детям, что для меня очень-очень важно. Я, безусловно, готов на все и готов отдать все то, что у меня есть.